Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать быстренькие, коротенькие песни и мелодии в формате экспресс-разбор. На этот раз научу тебя играть песню, популярнейшую в ТикТоке на данный момент, под названием «Balenciaga». И, скорее всего, вы ее по-любому слышали, если вы сидите в ТикТоке. Ну а перед началом этого разбора я хочу тебе напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы с вами были на первом месте в русскоязычном YouTube по укулеле комьюнити. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Разбор на укулеле. Мелодия супер простецкая, играется в основном у нас на третьей струне. И в одном месте мы будем играть четвертую струну открытую, то есть ничего зажимать тут не будем. Если у нас написана цифра 0, то мы, значит, играем пустое. Если у нас написана цифра 3, мы зажимаем третий лад. Соответственно, если цифра 2, то второй. И теперь погнали это в медленном темпе, сразу с листа учиться играть. Четвертая струна. Еще раз. Теперь чуть быстрее. Но если тебе был полезен этот разбор и ты научился играть супер простецкую эту мелодию, то поставь свой лайк. Также не забывай оставлять свои комментарии на следующие разборы песен и мелодий. Но если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Вот как делают уже эти ребята, за что им огромное спасибо. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!